you <laughs> разговор, я хотел бы затронуть кое-что важное, что такие качества Аллаха, как рука Аллаха, глаз Аллаха, нахождение Аллаха, Свят Он и Велик, над своим троном, это качество муташабби, они относятся к иносказательным аятам. И Аллах, Свят Он и Велик, говорит в Коране, что существует два вида аятов. بيري محكم ياسني فتروي متشابه وناسكازي الله والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب أُخْرَ متشابهات الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Иншаллаху Тааля, это пятый эпизод или пятая часть ответов на утверждения, представленные на канале «Ханафитское право». Как вы только что слышали, шейх Мухаммад Ясер заявил, что качество Аллаха Великого является муташабби. Они относятся к иносказательным и неясным аятам. Я попытаюсь, с дозволения Аллаха, быстро объяснить всем вам, что сифаты Аллаха Великого, что качество Аллаха Великого не является муташаббих, и что они не из иносказательных аятов. Как вам известно с дозволения Аллаха, что в Коране есть аяты ясные, и есть аяты иносказательные. И ال <سؤال> في الكيس <سؤال> كازاط سوري هو الذي انزل <سؤال> عليك الكتاب <سؤال> منه ايات محكمات هم ام الكتاب <سؤال> وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنه وبتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو الالباب Аллах Великий напоминает нам в этом аяте, что в Коране есть два вида аятов. Аяты ясные и аяты иносказательные. Относятся ли сифаты и качества Аллаха к муташабих аятам, к иносказательным аятам и неясным аятам? Что такое аяты мухкам и что такое аяты муташабих? Мухкам означает, что человек понимает содержимое смысла. Муташабиха означает, что Аллах Великий сокрыл знание этого от нас. Например, когда наступит час, выход даджаля, аяты, которые неясны, такие как, например, аяты «Хамим», «Сад», Нун, «кав» — Это есть неясные аяты. Они встречаются в начале сур Корана. Заявлять или говорить, что качество Аллаха муташаббе, или то, что они из неясных и иносказательных аятов, что смысл их неизвестен, мы не знаем, что Аллах имел в виду под ними — мы скажем этим людям, на какие качества вы ссылаетесь? Что за качество вы имеете в виду? Что вы хотите сказать, парни? Что все качества Аллаха, что их смысл неизвестен? Или что все это? Все это алфавитные буквы, то есть разрозненные буквы и нельзя извлечь никакого смысла из них. Это то, что вы хотите сказать? Или вы так говорите лишь о некоторых качествах Аллаха? Если вы говорите так обо всех качествах Аллаха, тогда сура Аль-Ихляс, которая равна одной трети Корана, говорящая о качествах Аллаха Великого, то есть выходит, что одна треть Корана неизвестна и неясна, сура Железа, Сначала мы не знаем, что оно означает. Половина суры собрания, мы не знаем, что это означает. А я только курсе, который является самым великим аятом Корана, который пророк, мир и мое благословение, призывал учить. Он неизвестен. И сотни других аятов, которые не спасались, описывающие Аллаха, Его возвышенные качества. Мы не знаем, что у них за смысл. Аллах всемогущий, слышащий. Аллах всемогущий, видящий. Речь Аллаха. Знание Аллаха. Аллах постоянно живой. Могущество Аллаха свято и велик. Воля Аллаха. Все это из неизвестного? Или эти семь, которые я только что упомянул, которые относятся к сифатам сущности, которые ашхариты подтверждают? Вы хотите сказать, что эти семь, вы знаете их смысл? У меня к вам такой вопрос. Как вы провели разграничение? Как вы провели различия между двумя этими качествами, между сифатами сущности и сифатами действия? Как вы провели различия между ними? Какие из праведных предшественников, которые предшествовали вам, разграничили между тем, какие качества являются ясными, а какие качества являются неясными? Потому что, как все мы знаем, ашаариты подтверждают эти семь качеств, о которых я только что упомянул. Они говорят, что мы знаем смысл этих семи качеств, и они не являются иносказательными. Но оставшиеся, как вы разграничили между этими двумя? Иншаллаху та'аля, как шейх Мухаммад Ясер не был в состоянии по сию секунду привести утверждение ни одного праведного саляфа, Воздержись от своих высказываний, которые ты высказываешь. Я же с дозволения Аллаха Великого не могу этого не сделать. С дозволения Аллаха Великого я хочу, чтобы вы заострили свое внимание на одном из праведных салифов – Вакиа ибн Джарраха. Вакиа умер в 197 году по хиджри. Вакиа говорит, «Мы признаем эти хадисы, переданные нам так, как они есть». И мы не говорим касательно их, как это так? Мы не говорили так. И мы не говорили. Почему это так? Мы так не говорили. Как хадис Абдуллы ибн Мас'уда, в котором пророк, мир ему и благословение, сказал. Поистине Аллах разместит небеса на одном пальце. И Аллах Великий разместит горы на другом. И хадис, в котором пророк, ﷺ благословение, Аллаха, сказал, сердца сынов Адама находятся между пальцами милостивого. И Аллах переворачивает их так, как пожелает. И хадисы, подобные этим, мы покоряемся этим хадисам. Мы покоряемся им. Также утверждение Аль-Валида ибн Муслима. Валид ибн Муслим умер в 195 году по хиджре. В 195 году он говорит «Я спросил Аль-Ауза'и, Суфьяна ас саури Малика Ибн Анаса и Алейса Ибн Саада об этих хадисах, касающихся качеств Аллаха. Что все они сказали мне, понимая их, понимая их так, как они пришли, без вопроса как, об образе. То есть Аль-Имам Аль-Валид, Ибн Муслим, передал нам утверждение праведников, живших в его время. Малика Ибн Анаса, Имама Аль-Аузаи, Суфьяна Ас-Саури, Аль-Лейса Ибн Саада. Все они сказали, что качества Аллаха должны пониматься на их очевидном смысле. Они не сказали, что они иносказательные. Они не сказали, что они не знают их смысл. Но с дозволения Аллаха я хотел бы заострить ваше внимание, иншаллаху тааля, на утверждении, которое я приводил ранее. Возможно, вы забыли о нем. И я хочу вам для напоминания вновь перевести его. Чье это утверждение? Имама от тирмизи да помилует его Аллах. Мухаммад ибн Айса ибн Сура Ас-Сулями от тирмизи Абу Айса от тирмизи говорит, Аллах упоминает во многих местах своей книги, свою руку, свой слух, свое зрение. Но джахмиты истолковали эти аяты и стали толковать это противоположно тому, как Противоположно тому, как это объяснили и толковали обладатели знания Аллаху Акбар, то есть ученые сунны, они растолковывали качество Аллаха, а толкование Джахмитов отличалось от толкования праведных саляфов. Это то, что вам говорит от Тирмиды. Так где тут неясность и иносказательность? И они утверждали, что Аллах не сотворил Адама своей рукой. Вот что утверждали Джахмиты. Они говорили, что под словом «рука» понимается «мощь». То есть, толкование и объяснение слова «рука», означающее «мощь». Это и есть толкование джахмитов. Также имам Абу Ахмад Аль-Караджи, да помилует его Аллах, он сказал, он умер в 360 году по хиджре. Он говорит, что Аллах не должен быть описан никоим образом, кроме как Он описал Себя Сам, или как описал Его нам Его посланник, Его пророк. И любое Его качество является атрибутом в прямом смысле. И не является никакое Его качество метафорическим. Аллаху Акбар! أيضًا نتذكر تأثير امام ابن عبد البر ابن عبد البر أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ينكرها он говорит и согласились единогласно Ахлю Сунна в подтверждении качеств Аллаха, так как они были переданы в Коране и Сунне. Они верили в них и передавали их на их очевидном значении. Они передавали их в буквальном значении, а не в метафорическом. Они не говорили, что они не знают, что они означают, что они не понимают их. Они принимали их на их буквальном значении. Они не придавали им форму и образы, потому что они не знали об этом. Лишь Аллах Великий тот, кто это знает. И в заключение я скажу с дозволения Великого Аллаха, если мы скажем, что аяты и хадисы, говорящие о качествах Аллаха, что такие аяты и хадисы иносказательны, мы скажем, что это идет в противоречии самой мудрости неспосылания Корана. О чем Аллах Великий говорит нам? Аллах говорит нам в Коране размышлять. Аллах говорит. Разве они не размышляют над этим Кораном? Или на их сердцах замки? Аллах говорит. Неужели они не задумываются над его речью? Аллах также говорит. Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем множество противоречий. И в нем есть множество аятов, в которых Аллах приказывает нам размышлять. Итак, разве Аллах сказал бы нам размышлять и над Кораном, когда его аяты иносказательны? И, как я сказал вам, это большинство аятов, которые вы читаете. Есть лишь малое количество аятов, которые вы можете прочесть, в которых вначале не говорится о качествах Аллаха, или чтобы в конце не упоминались его качества. А затем, Великий Аллах хочет от нас, чтобы мы размышляли над Кораном, который мы не понимаем. И как я сказал ранее, сура Ихляс, о которой Пророк, мир ему и благословение, сказал нам, что она равна одной трети Корана, что эта сура, мы не знаем ее значения, Лишь Аллах знает, что Он имел в виду под этим. Только Аллаху известен смысл этого, аят уль курси, который является величайшим аятом Корана. Лишь Аллах знает его смысл и другие аяты. Лишь Аллах знает их, и они иносказательны. Мы не знаем их смысл. Также аят, который шейх Мухаммад Ясер использует как доказательство. Этот аят не за него, он против него, потому что в этом аяте великий Аллах не осуждает того, кто следует иносказательным аятам безоговорочно. Аллах не осуждает того, кто следует иносказательным аятам. Когда же великий Аллах осуждает и ограничивает в этом? Это когда тот, кто следует иносказательным аятам, он следует им и использует их ради смуты. И толкует их для того, чтобы вызвать смуту, вызвать испытания и несчастье. Аллах ограничивает в этом. И Аллах приказывает нам во всех аятах. Великий Аллах приказывает нам размышлять, Свят Он и Велик. Уаша аш-Ариты!» Как вы, как вы можете использовать двойные стандарты? Почему вы позволяете себе принимать эти семь качеств на их буквальном значении и не говорить о них, что они иносказательны, но остальным качествам Аллаха вы говорите, что они иносказательные, и мы не знаем, что они означают? Как вы дошли до такого разграничения? Кто предшествовал вам в этом из салифов этой умы. И на этом я завершу с дозволения Аллаха.